Ворсик. Всем привет. Сегодня я была на даче, правда, видеокамеры у меня не было с собой, поэтому привезла урожай первый, выбрала клубники. Хочу похвастаться. Вот клубника Азия, о которой я говорила, у меня растет на грядках. Видите, какая большая, красивая. Вот, так что всем советую обзаводитесь этим сортом. Он такой транспортабельный, можно сказать, хорошо. Плотненькие ягодки. Вот. Ну, вот это вот оказалось у старой хозяйки. Сорт ананасная, сказали. Такой вот. Ну вот выбрала 9 литров клубники. Вот какая клубничка. Ягода большая, блестящая. Ягоды эти, конечно, очень вкусные. Ну. Вот. Вот это вот Красный берег ягоды. Ну, а так вот, в основном вот эти ягоды выбрала. В следующий раз покажу на грядках ягоды. Вот. Поэтому всем пока. Подписывайтесь на канал. С вами была Константиновна.